Ножи на сельгазагрегатах могут служить значно дольше. Институт технологии металла Национальной академии наук, что у Могилеве, знайшов метод, как повеличить износостойкость деталей. Хутка новинка отправится на выпробование у одной сельгазпредприемства. Это сталь. Но вот здесь, вот это вот видно, беленькие уже вот полосочки такие, уже наплавлен другой металл, который имеет очень высокую твердость, который будет теперь, вот он и острый, он будет резать долго и не будет долго изнашиваться. Это узор ножа для сельгазагрегата, что косить траву. Его хапая ненадолго, бо часто выходит со строю. Навуковцы Института технологий металла узмацнили эту деталь, дякуючи добавлению иншего сплаву. Фокус в том, что здесь всего лишь 0,5 миллиметра этого наплавленного материала. И он должен, когда наплавляется на твердое, соединиться неразрывно. А это на уровне атомном. Это, значит, атомы этого материала должны проникнуть в решетку, кристаллическая решетка есть такое, и соединиться с атомами другого материала. Тогда это называется диффузия. Тогда это не разорвать. А если просто прилепить, то оно отвалится. Вот как это выглядит у цеху. На нож наносить крыху порошка иншего материала. 26 секунд нагреву и в разы повеличена износостойкость детали. Очень много тонких моментов, несмотря на то, что она достаточно простая на вид. И здесь есть и отдельные подогревающие узлы, отдельные охлаждающие. Значит, поле тока высокой частоты распределяется нелинейно по поверхности ножа. По-другому не удается обеспечить равномерный прогрев. Теперь новинку опробуют на одном сельгазпредприемстве в Беларуси. Навуковцы утверждают, человечество использует только 15-20% уластивостей отлитых металлов. Задача больше широко раскрыть внутренние резервы сплавов. Вот узор алюминия. Дивно, однако это мягкий металл при выполнении певных умов может легко резать навод паперу. Это просто демонстрация, это не его применение как нож, есть другие вещи. Но это демонстрация того, что вот эта поверхность будет работать очень долго и не будет изнашиваться. Десятки заводов с такого сплава набывают детали у институте и выкористовывают их у машинобудования. Задача, как вытворцы набывали отповедную технологию и обсталевание, и сами массово выпускали такие детали. Татьяна Сергейчик, Александр Артемьев, новини региона. Yeah.